это в Бангкоке иду. По-моему, это то ли храм, то ли дворец, пока еще не помню. Какая-то табличка. Видим, все-таки храм, судя по монахам. Обычное бангкокское такси. Ну, тайское. Тайландское. Просто зонтодержатель. Окей. Ребята? Познакомиться, меня зовут Мими. Я не натуральный тайга. Мама из Лаоса, папа тайца. У нас все маленькие лаоски. Максимально высокий мужчина, 1,65 м. Женщина 1,50 м, я 1,41 м. Не видит. Посмотрите, мой сон тиксло. Арниса статуя Будда. Я ее в руках пиловать вовнутрь, смотри. Будда, он самый высоту 15 метров и длину 46 метров. Это храм Будды. Говорили, да, информация? Самая высшая статуя. Не золото. Не золото. Вовнутри герак из бетон и покрытый сустава золота. А почему уличить? Говорили? На территории Будда он будет за века нирвана. Так, это сумки для обуви. То есть в обуви храм нельзя оставлять, тоже нельзя. Хоть храм, а спиздить мог, как нечего делать. Это вот этот сам гигантский лежащий Будда. Ну, предупреждение. Так, карманика. Да, если вблизи, то это впечатляет. В том числе, по каким технологиям примитивным его делали. Росписи. Сначала просто сними фотографию. Он видел, снимает. Это уличная роспись. Дверях интересное украшение. Ну, тот же Будда, виды сзади. Шочки еще вдоль стены стоят, них по 20 бат бросать надо. Это там на удачу и что типа того. Там даже специально разменивают. Просто делаю панорамную съемку. На сбор в другой точке. Там сейчас сниму тут, что успею. И точки сбора. Ну, вон тут там она. Вот фонтанчик, только рыбы здесь. Это вход в храм непосредственно, из которого я вышел. Это типа местного Кремля, или Королевский дворец. Мама правильно, мужчина правильно, тебе есть там Эделины? Не пускай. Там же не больше, что я там.
это храм изумрудного Будды. Вот мы внутри. Хорошо, я кабир. На английском? На русском нету, пожалуйста. Великая карта. На английском? На русском нету, извините. Народу здесь очень много. Ребята, английский, великая карта. Очень блестит на солнце. Есть на камере. Да. Это вроде социальное золото, все, что желтое. Это он храм Будды. Внутри нельзя снимать, но через вход фотографировать можно. Но освещение, конечно, не очень. Жалко, время снимал свободно, не успеваешь все это толком заснять. Блин, мне еще и на императорский дворец батарейку надо оставить и на телебашню, ну, обзорную площадку. Там непосредственно дворец, но туда не пускают, только лидеров. Гарри, исторический перевал, как он там, не помню, назывался. А там было страшно, здесь. Ну, красиво, я на обзорной площадке, кажется, на 84 этаже. Это Бангкок подо мной. Площадка непрерывно вращается. Ай, блин, это под нами облака. Королевство? Вон башня. Ветра нет, не шатает. Хорошо и не страшно. Это, кстати, пиксельное здание, но чуть выше метров на 10 или 15, чем вот то, в котором я стою, но его еще не сдали в эксплуатацию. Так что формально я на самом высоком здании Бангкока. И делаем спокойно круговую панораму. ในการของท้องฟ้าอย่างแรกและได้เที่ยวชมกรุงเทพ
Смотри, Данька. Сродни бы скрыл достопримечательность в виде шишки. Один символ Бангкока. Квартал небоскребов. Это не отдельный райончик, как в Париже. Вон тут небоскребов везде полно. Возвращаемся к исходной позиции, получается. Я не выкладываю в Инстаграм, но здесь не записать не могу. 3 года не ел. И вот это называется ротти, это блинчики
с бананом, ротти с бананом, и я ее тут еще поливаю шоколадом сгущенкой. Это ледяной напиток с соком хризантемы. Все вместе это вкуснятина объедение. И обошлось мне это в 70 бат всего. А, мне напиток еще, по-моему, с 30 за всего 100 бат. Очень вкусно. Если еще раз в Таиланде буду, обязательно съем еще раз. Тут вход в храм изумрудного Будды. Внутри фотографировать нельзя, поэтому снимаю только снаружи. Так, вот это вход в королевский дворец, какой, или выход из храмового комплекса. Но по-любому сейчас должны уже в королевский дворец идти. Вот тут не знаю, как отражает, не отражает, тут солнце очень блестит на золотистых поверхностях. Довольно красиво. Это какой-то храм, время прогулки на квадроциклах. Ну тут пока еще поднялся немножко, а дальше на самый верх. Хорошо, хоть водичку отведали. Тут где-то еще камень желаний, но я пока не вижу. Так, я внутри храма на вершине. Здесь очень высоко подниматься. Вид тут хороший, но без лифта по ступенькам это убийственно. Будда, да? Надо присмотреть, чтобы увидеть. Ну, да, вам пятка указывается. Желание. Если знать, что это, то, в принципе, сразу понятно. А вон как по бокам. Это я как бы спустился вниз. Тут, наверное, какие-то демоны-охранники, что ли. Не знаю, при чем тут зебры. Это вот вид такой отсюда открывается. Thank you.
вот же Будда, просто с другого ракурса. Примерно в центре храма. То есть, по сути, все здание построено вокруг огромной статуи.